first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Добро пожаловать, друзья! С вами Рива. Сегодня у нас первый взгляд игры под названием Conan Exiles. Эту игру многие ждали, и уже пошли кое-какие слухи, то, что эта игра провал года. Другие говорят, нет, это просто невероятная игра. А третьи просто молчат и наблюдают. Кстати, я из третьих. Ну что ж, господа, игра находится в раннем доступе. Прошу прощения, я ее только что скачал. Мне разработчики дали ключик еще вчера, но, к сожалению, у меня вчера не было времени ее записать. В общем, сейчас идет запись, пока еще игра не вышла. Поэтому онлайн играть вообще не получится. Просто невероятный пинг у меня там, плюс 400, плюс 500, и я не понимаю, в чем проблема с серверами. Ну что ж, по ходу дела давайте сначала с вами создадим одиночный мир, создадим себе нового персонажа. Я до записи поиграл минут 15, чтобы посмотреть, настроить звук, там все дела. Ну давайте назовем свой сервер Римасом, наверное, да, назовем его? Римас сервер, господи. Римас до 30, ну давайте хотя бы, максимум игроков 100 игроков. Это хорошо, это просто прекрасно. Батл этот, нет, не будем включать. Он, в принципе, у нас не включается. Как вы видите, в настройках, в принципе, если кто-то из вас хочет себе открыть новый сервер, то гибкость настройки сервера, я думаю, даже лучше, чем Арк. Кстати, по поводу Арка мы с вами поговорим еще чуть позже. Игра Conan, Conan is Exiles. Мы появляемся где-то там в пустыне, и наша задача найти... ну, собирать ресурсы, построить себе дом, одежду себе сделать, ну и, конечно, найти людей, с кем можно подружиться, либо с кем можно подраться. Здесь, кстати, есть, помимо PvP, есть еще и PvE режимы, то есть здесь еще есть искусственный интеллект, разные племена, и эти племена могут на вас напасть, либо на ваших соседей, союзников, врагов, в общем, приходится манипулировать. Ну, если, конечно, есть другие сервера, где это дело можно отключить. В общем, вот как-то так. Сервер игры. Поехали. Надеваем шлемы. Всем приятного просмотра. Conan. Да, это старый добрый фильм. Помните, да, про Конана фильм? Старый, я не помню, 90-е либо 80-е года. Я как-то помню, смотрел в свое время и вникал в эту вселенную. Ну, с этой вселенной, к сожалению, у меня мало чего общего. Я никакие книжки не читал по этой игре. Ну, по этой вселенной, вернее. И... Слушайте, ну, в принципе, есть стимул. Теперь можно и, в принципе, найти какую-нибудь книжку и почитать. Как раз порекомендуйте в комментариях, если кто-то из вас знатоки вселенной Конана. Кто что знает, какие книги нормально можно найти себе, почитать. Желательно электронные, на планшетике и прочие. Первый взгляд игры, дорогие друзья, выживание. Суровое выживание, как нам обещали разработчики сделать. Они говорят, мы хотим сделать игру не только... просто тупо survival, да, там выживание. Мы хотим еще сделать из нее хоть какой-то там ролеплей, либо еще что-то, то есть больше экшена, очень сильный хардкор, ну и с другой стороны, чтобы это было весело. Вы представьте, если бы я, ну, в будущем я буду заходить еще на официальные сервера, либо неофициальные, вы представьте, я захожу, меня забирают в рабство и отдают меня в жертву богам. Их богам, представьте, да, Римаса отдали
это просто жесть. Это просто невероятно. То есть здесь сделано так, что вас могут взять в плен, но с другой стороны, вас не будут держать, ну, не могут держать все время, как это происходит в арке, да, там. Там тебя кормят, тебя это, ты сидишь в клетке, ничего не знаешь, что делать-то дальше. В общем, как-то так. А с другой стороны, очень красивый редактор персонажа. Ну, можно сказать, не очень красивый, но по сравнению с арком, либо там с другими этими, действительно, здесь редактор персонажа просто на высоте. Я даже ради этого поиграю за женского персонажа. Я за женского, кстати, мало в последнее время. Не, в последнее время так довольно интересный. Ну, вообще, я всю жизнь играл в ММО игры, всегда выбирал мужика. Думаю, блин, и не понимал ребят, кто выбирает женщин. Давайте сначала мужика посмотрим. Ух, я надеюсь, да, все нормально. А дело в том, что в настройках игры можно отключить все вот эти вот одеяния, и вы можете видеть все. Все, что шевелится, не шевелится, торчит, не торчит, висит и прочее, прочее. А, случайно. Можно, в принципе, потыкать. Здесь, друзья мои, мы можем выбрать себе богов. То есть первый бог это Кром. А, бог, который не требует поклонения. Сет. Это бог змей и жертв. Йог, бог людоедов. Ядрить их налево. И правильности и справедливости. Давайте бог, который не требует. Я как-то скептически отношусь к богам. Вот как-то так. Именно к богам отмечу. Поэтому, ну что ж. Прорисовка здесь более-менее такая, знаете, сырая. Игра в раннем доступе. Здесь много чего еще не дорисовано, не сделано. И такое ощущение, как будто просто чересчур, знаете, оптимизацию сделали на скорую руку. Да, нет лагов, ничего нет, ну, я не знаю, либо у меня зрение ухудшилось, либо действительно картинка такая, что-то прям непонятно. Ну да ладно, давайте посмотрим женщину. А, выбор пола. Я все-таки, наверное, женщину выберу, а то что-то вот мужскую задницу все это время не хочется смотреть. А мы будем где-то 20-25 минут делать видео. Вот она, кстати, женщина. Вот она, кстати, ничежная. Более-менее уже приятнее на нее смотреть. А, выберем какую-нибудь красотку. Вот такую. Невероятно просто. Религию выберем Кром. А, голос. Смерть. Смерть идет. Сними меня с креста, пожалуйста. Пишет. Говорит, вернее. Так, голос, понятно. Витрины головы. Вариант, вернее, головы. Ну, давайте лицо вот так вот сделаем. Волосы сделаем вот так вот. Брови можно вот так вот сделать. И косметику. Ну, давайте, знаете, на скорую руку, когда вы уже купите, приобретете игру, вы можете уже сами часами сидеть и все это дело наблюдать. Так, особенности тела. Вот здесь, кстати, самый интересный момент. Давайте средненько сделаем из нее. Ну и самый интересный где момент... Ах, вот он. Ачипуль, просто красота. Ты моя красавица. Персонаж готов, да, готов. Ее зовут Римас. Римаситта, давайте ее назовем. Римаситта. Вот как-то так. Ну что ж, погнали. Надеваем шлемы, всем приятного просмотра. Вперед. Кстати, в игре еще будет мини-квест, ну, в принципе, будет кое-какая компания, можно сказать, не компания, а сюжетная линия. Ну, вот, где-то там книжку почитать, где-то там еще что-то. Короче, по ходу дела мы можем еще что-то расследовать, да? Но основной упор, конечно же, это выживание. Выживание, строительство и, конечно же, еще и боевая система здесь отличается от других боевок. Ну, так или иначе, сейчас мы с вами посмотрим. Еще раз отмечу, это не конечный продукт. Здесь очень маленькая карта. И вообще маленькая карта. По сравнению с другими играми, как Арк, либо Раз. Кстати, я не думаю, что это совпадение, потому что именно в этот момент сейчас должно быть выйти самое глобальное обновление по Арк Survival Evolved. Именно в день выхода Конана. Вы представьте, то есть это Арк, видать, чуть-чуть у него нервишки-то подергались, подумал, он думает, что Конан сейчас все, всех порвет, всех этих. Так, ну что ж, друзья, все-таки давайте я чуть-чуть погромче сделаю, мне кажется, я слишком тихую игру сделал. Во, вот это другое дело. Вот так вот нормально. Ви,
переключать вот так вот, да, вот мы можем смотреть на своего персонажа бесконечно просто. А я могу в любой момент отключить вот эту галочку, да, полную, короче, она мне будет полностью голышом, ну, так как у нас YouTube, все дела, тем более детишки, ребятишки смотрят сберкнижки, не надо, этого делать не будем. Да и чего мы там не видели, правильно, друзья? Это я детишкам говорю, ептать. Попутал берега немного. Так, ладно, в принципе, здесь у нас и кусты, конечно, просто сделали на отшибись. Просто. Кусты, конечно, просто невероятно красивые. Вы посмотрите, это просто... Это сарказм, если что. Да, вот. FPS, конечно, хороший. У меня FPS показывает более 120. Вот здесь в пустыне. Ну понятно, а что тут тормозить-то? Тут-то и нечего смотреть-то. Так, ладно, наша задача сейчас быстренько одеться. Нам надо собрать волокно как можно больше. Какой-то сок еще и волокно. Игра, кстати, частично русифицирована. Мы смотрим здесь какие-то вещи. Ух ты! Бордюк нашли. Твою мать, а там что такое? Slaves, bandits and cannibals, exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. Так, мы можем кирку сделать, дорогие друзья, из веток и из камней. Так, штаны. Давайте и штаны хотя бы наденем. Давай, родная. Так, пошел у нас первый крафт. По всей видимости, мы что-то нашли. Он что-то там зачитывает, чей-то дневник. К сожалению, я не полностью могу понять это дело, поэтому будем ждать русификацию и субтитры. Субтитры я, кстати, подключил. Так, прекрасно. Жмите Е для взаимодействия. Подожди, чего жвать? Of civilization. Beyond the passage of our highways lie the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads. Следуй дорогой, любой дорогой. Главное, говорит, следуй. Что-то такое, короче, он мне сказал. Ладно, хорошо, спасибо за подсказочку. Ты просто лучший, лучший. Так, ну что ж, ребят, нам надо как можно быстрее, больше, вернее, камней собрать. Так, это наши могучие кусты. Я думаю, нам лучше найти какой-нибудь... Я не знаю, здесь есть какие-то... А тут что-то одна пустыня до пустыни. Давайте посмотрим карту. Карта вот так вот у нас выглядит. По всей видимости, я где-то вот в этих местах нахожусь. Здесь у нас будет леса. Как вы видите, да, вот в принципе визуально можно понять то, что карта это еще не полностью. То есть, видать, будет какое-то продолжение на север. И я надеюсь на это, то, что эта карта действительно так не останется. Ну что ж, первое то, что мое впечатление, игра, конечно, играбельная. Не то, что вот некоторые игры, которые выходят в раннем доступе, там просто невозможно играть. Здесь, в принципе, понятно то, что на халям-балям сделаны хотя бы вот эти вот кусты, я вот до них до сих пор докапываюсь. Кстати, вот они ветки, нам нужны тоже, Саша, собрать как можно быстрее. Мы, кстати, можем Е кнопку задерживать, вот просто держа Е, и вот так вот все это дело собирать. Она будет сама автоматически все собирать. Я вот просто держу Е и все. А еще, друзья, я перед тем, как начать запись, я посмотрел управление. В управлении можно, в принципе, нажать Backspace один раз, и она будет ходить пешком. Поэтому, если вы просто, да, откуда ни возьмись, да, ваш персонаж начал ходить пешком, а не бежать, жмите Backspace. Это вот Backspace, вот так, видите, как она ходит. Она пишет, ёптать, а не ходит, смотрите. Обалдеть просто. Так, ладно, погнали дальше. Это такая подсказочка, потому что бывает такое, когда ты в разных играх, да, что-то там, что-то не то сделал, и ты не понимаешь, что, блин, мой персонаж ходит, либо там не летает. Оказывается, вот он, что, Михалыч. Так, ладно, давайте соберем вот это вот дело. Так. Отлично. Нам надо кирку собрать. Так, первая кирка. О, у нас еще и новый уровень. Вы посмотрите, на что это похоже. Да, есть такое. Чуть-чуть на арк. А, меткость. Ну, давайте лучше вот эту вот первую вкачаем. И мы сможем изучить следующие предметы. Разблокировать. Так, ученик ремесленника.
50 тысяч. Мы можем сделать каменный топор, травяное ложе, ну и, конечно же, ну, давайте, да-да, разблокируем. Ну, все вроде? Или у нас еще новый уровень есть? А, мы еще можем, да, что-то сделать? Ну, давай survival сделаем. Так, обилить эти... А, это влияет на еду, на расход еды и так далее, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, переведите. Так, у нас, в принципе, есть тапки. А, вернее, мы можем сделать себе тапки, скрафтить. Делаем тапки. А, делаем себе кирку обязательно. Мы можем еще себе сделать факел. Надеюсь, этот факел нас может защитить против диких животных. А, что мы еще одели-то? Я не помню. Мы штаны надели, да? Вот это вот мы вроде бы не надели, да? Грубые обмотки. Берем. Ну давай. Погнали. Так, нам надо оазис какой-нибудь найти, потому что мне это место не нравится. Неужели такая карта вся будет? Хотя бы лес какой-нибудь найти, что ли? Так, я, кстати, выдыхаюсь. Слушайте, обалденно. Не, анимация, конечно, хорошая. По сравнению с другими играми, анимация персонажа, хотя очень много чего не хватает, но вполне нормально. Вот, например, следов не хватает. Хотя в арке то следов нет, кстати. Хотелось бы, чтобы в песках оставались следы. Хотя бы на какое-то время. Ну давай, родная, ты сможешь, ты сможешь. Самое главное, восстанови. Стамина у нас быстро заканчивается. И самое интересное, что непривычно наблюдать за своими статами. Ну вот сверху, да, вот вверху, смотрите, видите. Так, у нас, кстати, кирка готова. Это хоть какое-то орудие для самозащиты. На тот случай, если кто-то нас попытается сожрать. Слушайте, а куда мне идти-то? Может быть, туда идти? Давайте все-таки туда сходим. Бури здесь, кстати, также бывают. Так, use page, out page, down. Chat history. А, понятно, да, чтобы прокрутить чат. Там пишут снизу. А мне кажется, нам надо было вот в ту сторону бежать. Что мы еще можем скрафтить? Мы можем вверх скрафтить? Нет, нельзя. Так, тапки мы с вами сделали. Топор. У нас нету, к сожалению, возможности. Это что такое? Ну, давайте сделаем это дело. Я вижу, я слышу кого-то там. Так, Conan Exiles. Только что сделал объявление. Мы, говорит, живые. Да, игра уже только что запустилась, говорят. Это хорошо. Поэтому вы можете в любой момент зайти и начать играть. Так, ну что, поехали. У нас уже вода заканчивается. Нам надо как можно быстрее воду найти. Вот эта вот пустыня, она меня убивает, если честно. Вот если... Я не хочу нарваться на какое-нибудь животное. Ой, как не хочу. Во, неужели мы нашли что-то интересное? Да ладно. Прохладно, ёптать. Собираем камушки пока что. Ёптать, это кто такой там? Ух ты ж какой, ты красавчик. Чувак. Чувак, спокойно. Я закаленный чувак тоже, если что. Так, нам надо воду найти срочно. У нас скоро вода закончится. Так, что тут у нас добывается? Дерево, дерево и кора. Дерево и кора. И мы смотрим, как эта вода валится сюда. Сваливаем отсюда. Они вроде бы пассивные, да? Но они могут, в принципе... А это кто такой, ёпта? Ты кто такой? Это сучий подруг-то, а? Зараза. О, у нас еще и шкура тут появилась. Невероятно. Так, ну что ж, у нас каменная кирка готова. Так, чувак, чувак, привет, привет. А, вы знаете что, я хочу сделать чуть-чуть погромче эффекты. А, громкость музыки, вернее. Во. Вот так будет намного лучше. Так, и нам надо воду найти обязательно. У нас вроде бы есть бурдюк. Насколько я помню. Ух ты, как игра подвисла-то. И он... Да, и он почти полный был. Тот согрелся. Да, у них, походу...
Агар жесткий, давай. Нам надо было, блин, щит сделать с мечом. Все, добиваем. С двух ударов падают эти чувачки. С двух ударов. А, если даже у нее в руках этот пика, ну, кирка, она тоже так же больше собирает. Так, мы собрали какие-то семена. Это значит, что здесь будет еще и это, да? Выращивание. Это просто невероятно. Так, нам надо как можно больше еще камня добыть. Обязательно. Камни находятся здесь. Мы можем, в принципе, собирать их. Вот здесь ветки. Ветки нам тоже нужны обязательно. И нам надо посмотреть, какие здесь еще и животные. Помимо всего этого, то, что мы с вами видим. Так, камень добывается. Ух ты, как он добивается. Добывается-то кусками. Так, ремонтируем. И еще раз делаем. А, ремонтируется он мгновенно, получается, да? Так, кусочки забираем. Камень — это хорошо. Так, нам бы этот... У нас левел ап вроде бы, насколько я понял. Сейчас... Кто-то согрелся. Опа! Это кто такие? Это племена местные, походу. Они меня сейчас убьют. Сваливаем. Чуваки серьезные, походу. Ёптать. А, вот еще. Я что хотел сказать, дорогие друзья. В этой игре остаются фингалы, болячки и прочие раны. Посмотрите, видите, у меня сейчас спина вся в синяках. У моей красавицы. Так, сваливаем отсюда. Ёптать, она нас не оставит. Так, нет сил. Сейчас она нас убьет. Суровая игра. Суровая игра. Кстати, здесь есть расчлененка еще. Фух. Вот это, мать твою жесть. Да все, я умер. Что ты меня шатаешь, да? Твою мать. Все потерял. Ну, в принципе, не так уж сильно все. Зато у меня опыт, я так надеюсь, остался, да, еще? Нихера он не остался. Изучить рецепты. Давайте посмотрим, что мы здесь можем еще разблокировать. Разблокировать один, разблокировать два. То есть, смотрите, здесь все есть, да? Вся броня, то всякая броня, то мечи можно делать всякие. Интересно. Стальные. Блин, обалденно просто. Да, нам надо вооружиться, но нам надо как-то избегать пока что встречи. Слушай, я тебя кулаками побью, нет? Ух ты, зараза. Да, я его побил кулаками. И моя красотка вся в крови. Вся в крови. Смотрите, ребята. Видите, какая детализация? Разработчики обещали, что это все дело намного сильнее, ну, как бы, ну, как-то размыто. Мне вот не нравится. А вот четче сделать именно вот. Вот это, блин, она такая страшная стала. И она вся в крови. Просто жесть. Так, скриншотик сделаю. Вот так вот. Ну что ж, ладно, погнали дальше выживать. Мы еще, блин, мы все потеряли. Прям как в арке. Я думал, что мне животные сожрут. Нифига, мне как какие-то люди сожрали просто. Убили и разорвали на части. Так, ладно, давайте тогда кирку сделаем еще раз. Первый раз, как говорится, не карибас, да? Ничего страшного, бывает. Так, забираем. Все, нам надо одеться как можно быстрее. Блин, убить бы кого-нибудь и залутать бы его, а? Вот это было бы чики-поки просто. Ох ты, прям как какаешь. Так. Ну чё? Создать. Факел. Что у нас там? Тапчки создаем. Это у нас волокно. Здесь у нас тоже волокно нужно. Короче, везде нужно волокно брать, да? Так, травяное ложе. Травяное ложе, я так понимаю, для того, чтобы сохраниться. Либо там поспать и отдохнуть, да? А нам вообще спать надо в этой игре или не надо? Или это так, просто для того, чтобы ТПшнуться, как в других играх, например, Ark Survival Evolved? Нужно потом это дело выяснить. Ну что ж, атмосфера, в принципе, нормальная. Вот я как начинаю приближаться к зелени, меня это сразу начинают убивать. Это не ест хорошо. Слушай, давай его прикончим. Нихера ты орешь. Ага, ну да. Ты что, сагрился на меня или ты от меня убегаешь? Тихо.
Ага, он рядом с ним стал, да? Понятно. Вот эта черепаха жесткая. Она меня может убить. Сука. Согрелся. Давай, 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 добивай, добивай ее. Я ее убью. Жесть! Это просто жесть! Но она вся в крови. Эта черепаха, я думаю, я бы мог ее осилить, если бы еще сделал пару ударов. Ну что ж. Это выживание. Умираем. Еще 100 раз умрем. Еще 100 раз умрем. Я хочу просто опробовать все. Ух ты ж, мать твою, а ты кто такой? Он спит. Ребят, он спит. Аккуратненько, аккуратненько. А что он делает-то? О, я не могу ничего сделать, ребята. Бог залагал. Так, мы здесь книгу какую-то нашли. Опа! А я могу тебя залутать, чувак? There is something in the storm. Beasts. Он еще без ноги. Blin, я не могу ничего сделать. Не залутать ничего. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons from the кожаный журнал. Plants that dot this place. Вот вся информация, кстати. Вот здесь можно почитать ее. Or the bite of the axe. Так, и у нас, конечно же, еще новый уровень, да? Ну, давайте еще армор ему чуть-чуть вкачаем. И у нас новые рецепты. Новые рецепты, это хорошо. Давайте хотя бы лук. Лук я хочу сделать. Я хочу сделать себе лук, но для этого нужно плюс 2 очка, да? Стоимость 2 получается. У нас пока что доступно 1 очко. Очко рецептов. Ладно. Возвращаемся назад. Подожди, а там что такое, интересно? Нет, там нам делать нечего. Так, стамину восстановили, просто идем дальше домой. Обратно, нам надо найти на... Ёб твою душу. Фу, вот это я пересрался. Вот это я пересрался, господа. Что-то он поздно встал. Ой, как поздно. Они, кстати, их можно приручать? Нам надо, кстати, проверить потом. Приручаются ли они или нет? Нужно проверить обязательно. Так. Ладно, бежим обратно. Насколько я помню, кажется, уже есть пещера здесь. В этой игре уже есть пещера. Я не знаю, нам стоит вообще париться с этой броней или не стоит? Броня нужна как воздух и вода. Так. Отлично. Сейчас мы дойдем до этого дела. Кулаками не добывается, да, вроде бы? Нет, вроде не добывается. Так, нам надо кирку обязательно сделать. Сейчас мы быстренько соберем камни. Ну и, конечно же, нам самое главное не нарваться ни на кого из хищников. Ну и на людей тоже. Блин, эти люди просто жесткие. Они экипированные. Против них ничего не сделаешь. Для сбора используется... Да, я знаю, что надо использовать инструмент. Господи, ну давай сделаем инструмент. Я уже устал делать эти инструменты, если честно. Вот честно, устал просто. Так, нам надо веточки еще найти. Где эти веточки? Вот она, веточка еще одна. Я хочу... Знаете, я хочу просто посмотреть карту. Но мне, походу, это сделать не дадут. Там я вижу вода. Ух ты, ёпты. Я думал, упал. Так, там чувак какой-то сидит, и там еще один чувак. Стоит, вернее. Чуваки серьезно там стоят. Ой, как серьезный. Не знаю, стоит ли она своих денег, вроде бы там 2000, да, или я не знаю. Ну, на сегодняшний день, кажется, 2000 по предзаказу. Эта игруля стоит. То есть, не знаю. Сами думайте. Я еще полностью ее не опробовал. Нам надо еще дом построить, базу построить. А это время, это время. Это очень много времени. Нужно тратить. Ну и, конечно же, одному выживать здесь очень сложно. Нужно здесь толпой бегать. И как-то совместным трудом. Вот видите, чуваки стоят. Вот они жесткие, эти чуваки, с топорами. Вот именно эти чуваки меня и, походу, и прикончили. Кто там согрелся на меня?
Вот надо будет потом на них делать какие-то рейды, дорогие друзья. Это, походу, местные аборигены. Они нам не рады. Что там? А почему ты на меня агришься? Почему ты не на них агришься? Или они прирученные уже, походу, или что? Я не пойму. Я думал, там кто-то за мной бежит. Так. Ну что ж, господа. Как говорится, посмотрим. Время покажет. Вроде бы обещают очень много чего еще здесь добавить. Перебавить. Там, починить и так далее. Переделать. В общем. Конан. Графика просто простища из простой. Если честно, вот я вот, это личное мое мнение. Графика здесь говнище. Хотя, с другой стороны, здесь очень большие возможности именно в геймплее. Там строить, крафтить, делать, творить. И вот это все дело совмещать еще и с графикой очень будет трудно для небольшой студии. Я бы сказал, что она прям маленькая студия, но она еще и небольшая. По сравнению с другими играми. Разработчиками игр. Поэтому... Ну, легкость, конечно, какой-то ощущается. Когда ты играешь в эту игру, то реально у тебя нет лагов, подвисов, как, например, в том же Арке. С моими-то характеристиками моего компьютера, я не считаю, что он у меня там сильный-сильный, но его не и слабый. То есть он нормально тащит игры, все игры на ультры, там, да, на ультрах и так далее. Арк, это, конечно, местами там такие подвисоны происходят. Это просто жесть. Ну, Арк тоже... делается, но в данный момент, конечно, Арк намного больше превосходит, нежели чем этот Конан. Посмотрим, что будет дальше. А что звук такой? О, как подвисло-то, а? Так, ты сагрился, да? Пойдем. Слушай, у тебя такой красивый вид, дружище. У тебя просто обалденный вид. Так, нам самое главное не наткнуться на вот этих вот чувачков, которые, ну, местные аборигены. Ну, анимация, конечно, хорошая в этой игре. Я скажу вам честно, анимация здесь просто невероятная. Кстати, у нее все излечилось, все это прошли. То есть синяки проходят. Это хорошо. То есть они остаются, следы... там, да, битвы и так далее. Потом потихонечку проходит. Надо будет потом мужика выбрать, тоже за ним поиграть. Ну, за девушку, конечно, намного приятнее играть. Конечно же, когда я начну нормально, официально уже выживать на каком-то сервере, я обязательно уже, наверное, выберу мужика. Потому что, как-никак, да, мужика лучше там. Знаете, как приятно, когда ты встречаешь реальную девушку, и у нее женский персонаж. Вот это реально. Когда ты встречаешь женский персонаж, потом оказывается там школьник какой-нибудь, да, либо мужик там: «Привет, я твой подписчик». И ты такой: «Я». И все, ёптать. У тебя, короче, все там уже отменяется. Ну, это не то, что вы подумали, а вообще говорю. Так, ну что ж, дорогие друзья, побегали, побездельничали, посмотрели этот невероятный мир. Карта очень маленькая, сразу скажу. Я очень много читал уже до выхода игры информации про эту игру. Конечно же, еще много чего я вам не успел показать, рассказать. Ну, если вы впервые, то обязательно подпишитесь. Будем, я думаю, проходить эту игру. Ну, не зря, как говорится, мне ее разработчики прислали, правильно? Ну и она мне, конечно, понравилась. Затянула чем-то. Вот для разнообразия можно, в принципе, поиграть. А там дальше больше посмотрим. Но пока что... В мире выживания лучшая игра — это Ark Survival Evolved. В плане геймплея, в плане разнообразности и возможностей, конечно же, Ark превосходит во всем. Посмотрим, что выдаст Конан. Посмотрим. Будем надеяться. Ну а вы как думаете, ребята? Конан обгонит Ark? Либо Ark обгонит Конан? Либо это разные игры? Я считаю, что они все-таки разные игры. Разная вселенная. Там юрский период, здесь у нас Конан. И... многие пытаются как-то сравнить эти три игры, включая раз, вообще говнище, скажу сразу. Она уже не популярная игра, и там просто, ну, побеситься, да, постреляться и все. А тут хочется, конечно, немного атмосферности. В Конане есть она.
Ну и в арке есть. Ну, я скажу, пока что арк лидирует в плане всего. Всего и во всем. И даже в лагах тоже. Друзья мои, это была очередная серия на нашем канале. С вами был Римас. Первый взгляд Conan Exiles. Полтора года ждал эту игру. Скоро будет сервер. Наш сервер личный. Сервер будет находиться в Москве. Помимо того, что он, если он находится в Москве, если вы даже во Владивостоке живете, у вас будет пинг такой же, как будто у вас во Владивостоке. Это наша новая технология. Скоро будет сервер, я обязательно сообщу про этот сервер. Не забудьте подписаться, если вы впервые. Ну и, конечно же, подписаться в группу нашу, в ВК, если вы есть, конечно, там. До скорых встреч. Всем удачи. Пип-пип-пип. Как она пересела прямо, а?